Хочу сказать, что в последнее время приобретает как бы музей новые формы работы. Это виртуальные экскурсии. Ну вот сегодня я с удовольствием такую экскурсию, наверное, могу провести. Ну, во-первых, хотелось рассказать о самом музее, которому в этом году исполняется 17 лет. Это музей общественный, и нас посещает очень большое количество детей и взрослых, не только из нашего города, но и из других регионов, ну, конечно же, в том числе из городов Мурманской области. Хочу сказать, что в нашем музее более 1000 экспонатов, и они разделены на несколько тем. У нас более 20 тем. Самые, наверное, важные из них я могу назвать несколько. Это «Хлеб войны», «Дети погибших отцов», это «Они не вернулись из боя», «Мадонна Великой Отечественной», посвящено матерям. Естественно, у нас есть отдельная экспозиция, посвящена быту 30-х, 40-х, 50-х годов. Также у нас есть очень интересная тема, которая называется «Немые свидетели истории», «Фронтовое письмо свидетелей истории». То есть это говорит о том, что мы располагаем большим фондовым материалом. И можно провести в нашем музее как тематическую экскурсию, так и обзорную. Обычно мы всегда, я вот начинаю свою экскурсию в этом зале, вот с этого экспоната, с этой экспозиции. Она посвящена детям узникам. И это трогательная, очень, я бы сказала, страшная история, когда детей вместе с родителями отправляли в концлагеря, когда, я считаю, что самым жестоким, наверное, было в этом то, что детей отрывали от матерей. Ну, вот дети жили отдельно, матери отдельно, и практически они уже друг друга никогда не видели. Есть фильм такой «Помни имя свое», он очень хорошо вот отражает как раз кусок этой истории Великой Отечественной войны, трагической крайне. Ну, уже, наверное, не стоит даже говорить о том, что как поступали там с детьми, что вот у нас есть газета, подлинная газета 7 мая 45 года, и которая свидетельствует о том, что творилось в концлагерях, в частности, говорится о концлагере Освенцим. И когда Освенцим освободили, то нашли там много истощенных детей, над которыми проводили опыты. И самое страшное, что у этих крошечных маленьких деточек брали кровь, то есть они были донорами. И здесь описывается, прямо есть целая рубрика, вот, целая колонка посвящена и называется «Убийцы детей». Все это описывается. Конечно, это читать очень тяжело и даже воспринимать это тяжело, но тем не менее это страница, история, которую мы должны непременно знать, потому что такое нигде не должно повториться. Дети никаким образом не должны страдать ни на какой войне. Ну а то, что происходило здесь, это, ну, более того, мы рассказываем еще здесь о нашем земляке Василии Корюхине, который, по данным, представленным нам документам, мы провели исследование и пришли к выводу, что он как раз-то участвовал в освобождении Освенцима и погиб именно вот в день освобождения, за день до освобождения, то есть на подступах уже к этому лагерю. И это наш земляк, и вот там он захоронен где-то в 10 километрах от Освенцима. Очень важная тема, и, к сожалению, мало где о ней говорят, а это тема солдатского быта. Мы привыкли на экранах, там, фильмов, когда смотрим фильмы о войне, видим такого подтянутого, красивого воина, солдата времен Великой Отечественной войны. Но мало задумываемся над тем, чего это стоило в тех условиях. Ведь в полевых условиях надо было где-то и побриться, и обязательно волосы стричь, потому что были страшные заболевания, такие как тиф, они разносились именно вот этими насекомыми. Вши были до такой степени, что вот рассказывают, такое было количество, что одежда шевелилась, вот так было много этих насекомых. Ну, естественно, это несло такие очень страшные последствия в виде такого заболевания, как тиф. Ну и здесь мы можем видеть и опасная бритва, так называемая,
и машинки для стрижки, и всевозможные там расчески. Самое главное, что здесь вот, вот есть этот табак, сигареты и табак. Табак, махорка так называемая, такой очень какой-то запах был приятный. И порой, когда отправляли воинам на фронт посылки, то табак это был одно из самых такой долгожданных для солдатиков подарком. И даже порой солдаты за махорку отдавали свой хлеб. Одна из тем нашего музея – это тема «Великий путь эвакуации». И он напрямую, конечно же, касается жителей не только Мончегорска, Мурманской области. И я всегда рассказываю детям о том, что сегодня, допустим, до Ленинграда мы едем сутки в комфортных условиях. А если представить, что это было в период Великой Отечественной войны, так это вот, пожалуйста, это были теплушки вместо комфортных вагонов. Вот таким образом люди ехали. У нас эвакопункт был в Кандалакше. К сожалению, его также бомбили, как и Мурманск. Очень много людей там погибло. Вот. Но можно увидеть, что в основном-то эвакуировался кто? Это были дети с матерями. Многодетные были семьи, детей было много. И, как правило, женщина, там 3-4-5 детей. Вот, и по пути очень много детей, естественно, погибало. Да умирали и женщины. Многие из них рожали прямо в этих теплушках. Естественно, негде было ни помощи не оказать в этом поезде, ни воды набрать, ничего. То есть эти были, очень были такие страшные, тяжелые условия. Но если говорить, что там сутки до Ленинграда, то вот как раз в тот период поезда шли несколько недель даже, не то что дней, а недель, потому что проедет там 5-7 километров, как рассказывали очевидцы, тут же налетали вражеские самолеты, бомбили железную дорогу. Вот, ну, это было, конечно, очень тяжело. А если говорить уже о том, что многие, в частности, у нас в Мончегорске вывозили, эвакуировали завод за Урал туда, то люди добирались месяцами. Вот у нас очевидцы рассказывали, что удивительно, это путь был через Норильск, и потом, в общем, какими-то такими окольными путями, и они добирались более двух месяцев до города Орши. Вот. Ну вот такая тема, конечно, это у нас отражено и в книгах, и все это можно более подробно мы уже рассказываем на тематических экскурсиях. Одна из волнующих тем, которая касается Великой Отечественной войны, это, конечно, хлеб войны. Тема так и называется – хлеб войны. И мы не зря разместили эту экспозицию на фоне детей блокадного Ленинграда, потому что какое имело значение кусочек хлеба для жителей блокадного Ленинграда, даже, наверное, не приходится и рассказывать. Дело в том, что в нашем музее можно видеть настоящие весы того времени военного. А самое главное, у нас есть экспонат. Это кусочек блокадного хлеба. Нам его подарила жительница Мончегорска Екатерина Малафеева. Наверное, стоило рассказать об истории этого экспоната. Она принимала участие в соревновании и победила в этом соревновании в Ленинградской области в качестве подарка давали вот такой кусочек блокадного хлеба. Как это символично? Это, наверное, говорит о символе жизни, стремлении к жизни. И вот такой кусочек хлеба, когда рассказываешь детям, что это давалось всего на сутки одному человеку, трудно себе даже представить. У меня как-то один ребенок, девочка, говорит: «Ой, мне бы хватило». Да, я говорю, это бы тебе хватило там с кашкой покушать или с супчиком. А когда вот это и больше ничего, и порой женщины отдавали свой хлебушек родителям, этим деткам своим, естественно, чтобы спасти им жизнь, сами погибали. Ну, мы знаем, цена, скажем, этой блокады, как она досталась нашему народу, особенно жителям блокадного Ленинграда. Ну и, конечно же, вместе с этой темой, естественно, мы рассказываем и
о детях блокадного Ленинграда. У нас очень интересные есть материалы от очевидцев. Вот, к примеру, очевидец, вот ее уже давно нет в живых, Александра Николаевна, вот Мухина, она нам и рассказывала, она была матерью двоих детей. И вот у нее были одному мальчику 3 года, второй недавно родился, и она рассказывала, как эти дети умирали вот, в условиях вот этой блокады Ленинграда. Муж погиб вот сразу же, первый день войны его забрали в ополчение, и он погиб первые месяцы. А она, потеряв двоих детей, тоже практически была на грани уже гибели, и ее чудом по Ладожскому озеру. У нас даже есть вот эта справка об эвакуации, когда ее вывозили. В общем, очень-очень интересные такие материалы, которые можно... Это у нас идет, конечно же, отдельной темой «Дети блокадного Ленинграда». Конечно, мы рассказываем деткам, все знают, что дневник Тани Савичевой, вот эта болезнь, которая сегодня анорексию называют. Анорексия тогда называли болезнь блокадного Ленинграда. Вот, наверное, я так думаю, что для детей это сегодняшних очень важно. Этого нельзя никогда забывать. И, наверное, только на примере вот этих наглядных примеров, вот наглядных каких-то экспонатов можно об этом рассказывать, чтобы ребенок прочувствовал. Мы находимся в зале, где отражена история, вернее, быт 30-х, 40-х, 50-х годов. И мне приятно рассказать именно об этой вот экспозиции, которая называется «Мамины платья». Удивительно, трогательно, но вот посмотрите, вот фотография, да, это фотография жительницы нашего города, Горловой Валентины Тимофеевны. И она подарила мне еще, наверное, ее более 20 лет назад. И как она смогла сохранить, вот здесь ее мама, вот в платье таком, да, вот это платье. То есть она не только сохранила фотографию, но и сохранила тот наряд, которым ходила ее мама. Уже Валентине Тимофеевне скоро там 80 лет вот будет юбилей. А вот такие потрясающие наряды сохранились по сегодняшний день. Хочу обратить внимание, что многие из этих нарядов, да, в принципе, не многие, а все, они сшиты из натуральных тканей. И когда детей спрашивают, какие вы знаете ткани, в лучшем случае они говорят, ну, там, хлопок или там еще что-то. То есть, а то, что разновидность хлопка или разновидность шелков, они не знают такие ткани, допустим, как маркизет или креп-марикен, креп-жаржет. Вот, оказывается, столько было всевозможных названий. Вот, и многие из них можно здесь увидеть. Очень здорово. Эта экспозиция, она настолько имеет вот какую-то такую духовную силу, потому что это платье матерей тех детей, которые мы сегодня называем дети войны. То есть это те женщины, вот они ходили в этих нарядах до войны, после войны. Но именно эти женщины сохранили целое поколение детей. Это же так здорово. Дело в том, что в этой комнате дети все могут потрогать своими руками. Им интересно. Они, скажем, как-то ведут себя так шумно, вот, проявляют вот этот интерес. И потом, в принципе, нам же надо переходить в другую комнату. И чтобы создать, наверное, вот эту атмосферу другой темы, у нас есть вот этот репродуктор, который мы включаем деткам, и из этого репродуктора звучит голос Левитана о том, что началась Великая Отечественная война. Это очень действует на внимание детей, которые полностью переключаются, и таким образом мы из этой комнаты готовим их для того, чтобы пройти в следующий зал, именно зал такой, скажем, боевой и, скажем, военной славы. Вот это, наверное, тоже очень важно. Кстати, экспонат очень-очень старый, еще конца 30-х годов. Здесь можно видеть нашего школьника Ванечку. Ванечка у нас учится очень хорошо. У него в тетрадях одни пятерочки. Вот, писали. Мы деткам показываем, какими ручками перьевыми. Вот,
Здесь у нас есть и чернильница тех времен, не проливайка называлась. Вот. И мы детям рассказываем еще такую историю, что, скажем, послевоенное особенно время, ведь мамы уходили на работу, а детей не с кем было оставлять. И вот, наверное, наш старший Ванечка ходил в школу, сестричку не с кем было оставить, он брал ее с собой. Вот в этом уголке тоже как бы отражен сельский быт. Ну, естественно, здесь можно видеть патефон. Мы разрешаем детям потрогать. В принципе, его действие такое, что надо было вот это вот все раскручивать. Вот. И таким образом вот иголкой вот эта пластинка звучала. Но мне хотелось же, конечно же, акцентировать внимание вот на этом экспонате. Это люлька. Такая колыбелька для детей. Вот посмотрите, вот удивительно, наверное. Детей всегда спрашивали: ребятки, посмотрите, видите, вот здесь такая петелечка, куда женщина надевала. Кто-то из детей скажет, что там, ну, наверное, на руку или что. Вот когда начинаешь детям рассказывать, у женщины было очень много забот домашних. Вот, а дети-то, семьи были большие. Там сегодня 3 человека, уже многодетная семья. А раньше 5, 7, 9 и 12 детей было. Представляете, женщина, вот ей надо было самой ткать, то есть ткани не было, не пошел в магазин, не купила, надо было самой все это делать. Вот. Также надо было и деток воспитывать, надо было ухаживать за ними. И вот женщина садилась ночью, вот эту, скажем, петелечку надевала себе на ногу. И таким образом, ногой качая ребенка, руками она шила, вязала, еще что-то делала. Понимаете, может быть, там, ногой освобождала руки для того, чтобы можно было что-то делать. Вот та же Лидия Николаевна, она рассказывала, что, говорит, я помню одно, говорит, мы ложились спать, стучит машинка швейная, и просыпались, машинка швейная стучит. То есть мама после работы приходила, шила. И, естественно, рано утром перед работой тоже успевала что-то сделать руками. Потрясающе, как эти удивительные женщины, как они могли не только вырастить своих детей, но и заниматься таким вот непосильным, тяжелым трудом. И вот здесь же можно видеть, это же, вот, понимаете, творчество женских рук. Здесь всевозможные, видите, накидки на абажуры. И вот это надо было крючочком, один за другим, здесь всевозможные... Видите, подзоры. Это все мастерство мам детей войны. Это мастерство женских рук. Очень трогательно. Вот. Ну и показательно. Хочу отметить, что мы делаем эту съемку в преддверии новой памятной даты, который будет отмечаться 3 сентября, а это 75-летие окончания Второй мировой войны. И, наверное, настолько важна та работа, которую мы делаем для сохранения исторической памяти, потому что она способствует формированию самых, наверное, глубоких и самых важных чувств – это любовь к родине и чувство патриотизма. И я рада, наверное, сказать о том, что пусть маленькую частицу, пусть какую-то толику, да, вот море этой огромной истории вносит и наш музей. И очень хотелось бы, чтобы, конечно, каждый, не только ребенок, я не знаю, на кого будет рассчитана эта экскурсия, но мне хотелось бы, чтобы каждый что-то для себя вынес. Понятно, что у кого-то, может быть, у одного интерес там, к одной теме, а у другого к иной теме, но в целом мы должны хранить историю не только о Великой Отечественной войне, ну и, конечно, о истории нашей Родины.